Сегодня твой счастливый день. Кто-то влез за тебя зовут. А за меня там никто не внес. Куда ты гонишь, бро? Откинулся! А кто, по-твоему, внес завал? Работа по специальности есть для тебя. Схватить сучку, накачать над кочой и доставить в целости. Где сучка? На пути. На пути? Да. Куда? Сюда. Когда? Сейчас. Сейчас? Да. Ты гонишь. Я не могу верить людям, кто не пьет. Будем. Если брать Фёдора без подкрепления, он и тебя может убить. Я все равно поймаю его, с вашим согласием или без. Какая миссия? Да одного хрена взять. Можно я спрошусь у мамы? Бро, задолбал все спрашивать у своей мамаши. Ладно. Мне нужен тот, кто умеет обращаться с оружием. Снайпер подойдет? Он был на войне? Я убил 47 человек во Вьетнаме. И еще двух уродов в Техасе, по приколу. Этот старый хрен, походу, еще с индейцами воевал. Это сучка. Берем. Теперь ты не такой крутой, а, здоровяк? О, нет. И хоть знаешь, кто это? Фёдор Грим, парень, который нанял нас. Боже, помоги нам пережить это. Выйди из машины, я забираю ее. Да хрен нас два, едем вместе. А ты еще что такое? Не умеешь ездить на механике? Долбаный миллениал. Эй, полегче! Боже, прости его. Что за дерьмо? Я просто репетирую. Твой прикид меня быстрее прикончит. Покойся с миром. Идиот!